кукольный театр «Батлейка». Из села в село с таким вот ящиком ходили батлейщики-скоморохи. Эти безвестные создатели-пропагандисты одного из важнейших видов народного театрального творчества Беларуси 16-19 века. Комические сценки батлейки едко высмеивали представители эксплуататорских классов. Но подлинными героями батлейки всегда были белорусские крестьяне, неунывающие, певучие. Давайте, давайте, братцы, вставайте, давайте, братцы, вставайте, давайте, братцы, вставайте.